Всем привет. В комментариях меня иногда спрашивают, что же все-таки лучше, гольф или поло. Тут однозначного ответа, конечно, нету. И я решил сделать пару видосов, скажем так, гольф против поло. И вот сегодня хочу сравнить багажники этих автомобилей. Напомню, это пятый гольф в хэтчбэк и поло-седан. Почему их сравниваю? Потому что, наверное, они примерно в одинаковой ценовой категории находятся. Ну, примерно. Вот, поэтому давайте их сравним. Вот открытые багажники двух автомобилей. Значит, если замерить проем, то поло примерно 101-102 сантиметра, в гольфе примерно 105 сантиметров по ширине проем. Я когда покупал поло, мне надо было использовать автомобиль для работы, поэтому мне с собой надо было возить вот лестницу, два чемодана инструментов, ну еще там всякой ерунды. Вот, сейчас я попробую это все загрузить и в гольф, и в поло, и на примере этих вещей вы поймете разницу в багажниках. Конечно, в поло, вернее, в гольфе большой плюс, что можно сложить сиденье и загрузить крупногабаритную вещь, может быть, стиральную машину там или посудомоечную машину я когда-то перевозил. В поло ее не загрузишь, потому что проем багажника не позволит такую крупногабаритную вещь загрузить. Лестницу, конечно, так не загрузишь, но она раскладная. Очень быстро и легко складывается. Гольф, она не влазит, не влазят ноги по ширине, поэтому надо сиденье немножко откидывать, и только тогда влезет. То есть вот так вот сиденье должно быть откинуто. Ну, если вот так сделать, конечно, влезут еще два чемодана. Сейчас я возьму вот один чемодан. Так, а второй даже и не влезет. Второй не влезет, если только его поставить сверху как-нибудь. Даже так полка не закроется. В общем, маловато так. В стандартных условиях, не раскладывая спинку, ничего не вмещается. Все, что нужно, не вместится. Вот это гольф. Сейчас попробуем сделать то же самое с поло. Лестница вошла со свистом. Чемодан нужно сюда ставить. Даже два чемодана влазят сюда. Плюс еще нужно его поставить вот сюда, вот на лестницу. Плюс там еще за лестницей можно еще вон туда вкладывать. И сюда еще в лестничные проемы можно что-нибудь положить. Вот так вот петли закрываются, ничего не мешает. То есть, как видим, в полоседан багажник очень даже неплох, вместителен. Если не надо возить какие-то крупногабаритные вещи,
для работы хороший багажник. То есть я когда его покупал, я именно примерял эту лестницу сюда и купил этот автомобиль. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока.